В эфире «Утро Карачаево-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день марта с погоды. В Карачаево-Черкесии ночью местами небольшие осадки, мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью будут порывы до 11-14. Температура ночью минус 1, минус 6, в горах до 12 градусов мороза, а днем до плюс 13. И местами минус 3, плюс 2. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Черкесске ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Ночью и утром туман, ветер восточный 5-10 метров в секунду, ночью будут порывы до 11-14. Температура ночью минус 3, минус 5, а днем 8-10 градусов тепла. В целях восстановления рынка труда правительством Российской Федерации принято решение организовать во всех субъектах страны ярмарку трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Она пройдет в два этапа – региональный и федеральный. В Карачаево-Черкесии в ярмарке вакансий примут участие около 26 крупных предприятий республики, а также 14 образовательных организаций. Помимо безработных граждан, ярмарку посетят более 1000 человек из числа студентов, выпускников образовательных учреждений, участники СВО и члены их семей, граждане с ограниченными возможностями здоровья. Посетителям ярмарки будет представлен весь спектр государственных услуг в сфере занятости, а также мероприятия по профессиональной ориентации. Региональный этап состоится 5 апреля. Ярмарку мы представляем как широкомасштабное такое мероприятие, в котором будет работать у нас, функционировать 10 зон. Вот. Ну, основная зона – это работа с гражданами, с посетителями, где граждане будут иметь возможность пообщаться непосредственно с работодателями. Также у нас будет зона, значит, лекционная площадка, зона работы психолога, где психолог будет оказывать профориентационные услуги, консультации будет оказывать. Лекционная площадка будет направлена на то, чтобы информировать именно несовершеннолетних выпускников, именно куда поступать. И там мы планируем вообще провести и рассказать о том, что какой сделать анализ, какие у нас на сегодняшний день вообще существуют предприятия, востребованы какие специальности. Будет дан анализ заработных плат, вот, и параллельно с этим они познакомятся с учебными заведениями. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на черкесском языке, затем также программы «Черкесская редакция». В 14:30 «Вести Карачаево-Черкесия» с Аллой Динаевой. Всем хорошего дня и встретимся завтра.